дорогие друзья! Сегодня у нас с вами мастер-класс по изготовлению декоративного панно модницы. Что нам для него понадобится? Цветная бумага или картон. Один листочек любого цвета. Белая бумага. Вот такая фигура девушки, вырезанная из бумаги. Можно нарисовать самим, можно найти шаблон в интернете. Шаблон для платья. Нужно обвести на бумаге фигуру и вырезать вот такой шаблон. Линейка и карандаш. Ножницы для бумаги. Клей-карандаш. Двусторонний скотч. Нитки, портновский мелок. Остатки ткани любые, лоскутки яркие или блестящие. Портновские ножницы и иголки. Я уже приготовила фигуру девушки, вырезала ее из бумаги и приклеила на картон. Теперь мы должны ее одеть. Для этого нам понадобится два кусочка ткани размером 13 на 17 сантиметров. Это у нас будет юбочка, пока мы ее отложим. А из вот этой более темной вырежем для нее платьице с помощью трафарета. Вы при желании можете придумать другую форму платья с рукавами. То есть тут все подвластно вашей фантазии. Вот такое получилось платьице. Сейчас мы его приклеим с помощью клея-карандаша. Клей-карандаш здесь очень даже хорошо справляется с этой задачей. Хорошо приклеивает. Теперь перейдем к юбочке. Нам понадобится иголка с ниткой. По длинной стороне мы сейчас делаем сборочку. Обычным швом вперед иголку. Собрали на ширину талии и закрепляем узелком. Вот такая пышная юбочка получается. Сейчас мы ее приклеим сюда с помощью двустороннего скотча. Отрезаем примерно по ширине талии. И приклеиваем сюда. Юбочку нужно приклеить вот таким образом. И потом отвернуть вниз. Получается вот такой вот пышный эффект. Также нужно закрепить по бокам. С одной стороны. И с другой. То же самое вы можете проделать с помощью горячего клея, если он у вас есть. Вот какой праздничный, яркий наряд получился. Для того, чтобы сделать наше панно завершенным, нужно его наклеить на лист белой бумаги. Получится вот такая рамочка. Вот так легко и быстро у нас получилось нарядное панно, которое можно повесить в детской комнате, если у вас девочки,
или даже над своим рабочим столом. Сегодня мы поделились с вами идеей интересного декоративного панно, а дальше вы можете включать свою фантазию и использовать совершенно разные цвета и разные материалы. Возможно, у вас будет желтый фон или зеленый, а платье, может быть, будет красное, или в горошек, или с пайетками. А возможно, вы вообще придумаете своего персонажа или используете героев любимых мультфильмов. Например, из мультфильма «Микки Маус» девочку Минни украсите красивыми объемными бантиками, а потом развесите эти панно в детской комнате. Применяйте полученные знания на практике и оставайтесь вместе с нами, с Домом культуры «Орфей».